Thank you.
Спасибо большое. Спасибо большое. Я просто обязана вам представить наших солистов. Это бриллианты российской музыкальной, да мировой музыкальной культуры, не побоюсь этого слова. Это Святослав Тикучев, саксофон. Леонид Персович, гитара. Я хочу всех обязательно представлю, потому что огромное счастье делить сцену с этими уникальными ребятами. Следующая песня тоже пера Александра Александровича. Называется «A Woman with No Past». Женщина без прошлого. Thank you.
Я забыла эту слова написать. Вам просто об этом делись, но он никак не дойдет до нашего концерта, но я думаю, однажды это случится все-таки. Березин. Друзья, следующая песня сразу вас располагает к совместному пению, совместному музицированию. Очень легко запомнить слова припева. Лига Борера Борера, Лига Борера Борера, Лига Борера. Вообще легко. Take
Балубаева с нами. Ты стала по-настоящему королевой бабой. Все, Артур Газаров придумывает всем новые имена и фамилии. Артур Газаров! Друзья мои, человек, который, наверное, меньше всего сегодня будет, надеюсь, он на заднем плане всегда будет, потому что как-то вот он прямо где-то в глубине сцены есть, но его очень хорошо видно, а особенно очень хорошо слышно, без него музыка, не музыка. Антон Ревнюк, бас-гитара. И как мне приятно, мне очень приятно, что на сцене сегодня есть еще один грузин. Давид Набучава, ударный инструмент. Мои шпаргалки обретают все более и более изощренный вид. Саша, верни телефон. Мой. Ты не просто телефон на сцене. Я себе никогда не позволила телефон на сцене. Сейчас, подожди. Да, теперь готовы. Thank you.
Любимая песня Александра Лосева. Это, к сожалению, не твоя. Эту песню поет удивительная грузинская певица. Я очень ее люблю, люблю ее репертуар. Лена Цурцумьян. Наверное, многие из вас ее знают и любят. Вот я одна из них. Итак, мы из такой светлой грусти перемещаемся в безудержное веселье. Песня, как композиция, которая сейчас начинается. Yeah.
Светлую грусть. Контраст — это наша сильная сторона. «Нетронутая временем улыбка» называется эта песня. И опять я не помню, кто написал слова. Да ладно. По-моему, я второй раз учились, когда не удивляюсь. Мне можно анекдоты рассказывать по 100 раз. Я всегда буду изумляться. Друзья, знаете что? Если вам не лень, если вы обеими руками держите ваши смартфоны, вы можете делать вот так. Вам не трудно, а нам приятно. Нетронутое время, улыбка. Несмелый взгляд, наполненный тоской. Я рядом с ней, как мелкая песчинка. Смываемая теплою волной. Ее дыхание нежностью
совета. Каждый день согреться бы рад. Как я им грелся много лет назад. Se juan un se juan ventuares y crees.
большое! Друзья, настал самый важный момент в концерте. Антракт. Спасибо. Поэтому мы берем большую-большую паузу для того, чтобы подготовить новые песни, новую программу. Сейчас с большим удовольствием позвольте спеть несколько наших любимых песен. Очень много киномузыки. Вот это это тоже его авторство, композиция. Следующий романс. Не побоюсь этого слова. Не знаю, кто написал. То же самое и дальше. Еще раз начнется. Песня называется «Мидоши». В этом романсе
такие слова. Написал грузин, сразу заметно. Тихо отведу тебя в поле, тихо налью тебе вина и такую песню спою, что ты будешь плакать. Объяснение в любви по-грузински. Александр Басилая. Знаете, в моем детстве я каждый один или даже два раза в год мы ходили на премьеры группы «Иверия». Филармонию. Очень красивое здание, те, кто был в Тбилиси. Вы, наверное, помните, это круглое. Лена Черкия не помнит. Это круглое здание, очень красивое. В январе этого года там проходил отборочный тур Евровидения, национальный отборочный тур, где мы с Брэндоном Стоуном и с Вахтангом представили очень красивую песню. И да, возвращаясь к группе «Иверия», я хочу вот что сказать. Однажды, мне было лет, наверное, 13-14, группа «Иверия» представила новый мюзикл. «Сказка Снегурочки» назывался этот мюзикл. И там была песня, очень красивая песня, которая так запала мне в душу, что я, придя домой, я тут же, естественно, подобрала слова, не запоминаю, а музыку запоминаю моментально.
И там были эта песня «Обращение к мужчине». Предатель, ты вонзил мне нож в спину, как ты спишь после этого ночью? Мувалака, так называется эта песня. Спросила, точнее, я вспомнила, что в грузинской мифологии шаманов, я, честно говоря, не помню. Я так и сказала, что в Грузии шаманов нет. А что это совершенно невозмутимым видом, Артур Газаров сказал, завезем. Шаманы, так называется следующая композиция, которую написал Александр Лосев. Thank you.
Yeah.
Спасибо.
А людям понравилось. Если понравилось, песня была под угрозой. Срыва. Сейчас прозвучит песня, с которой началось. Это была первая композиция, которую мы с Сашей записали. Называется эта композиция «Дила». На записи соло сыграл потрясающий саксофонист Эрик Баренталь. Она получилась очень-очень трогательной. Музыка Александра Лосева, слова Кети Берешвили. «Дила». «Дила» в переводе с грузинского означает «утро». Вспомните сегодняшнее утро. Какое оно было у каждого из нас. Об этом песня.
6 лет. Ты мне обещала, что я поводила на сцену. Да, 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 да. Хорошо. Следующая песня называется «Remember Me». Мне очень приятно, что мы ее спели на самом-самом нашем первом концерте. Я ее спела своим любимым другом дорогим, Александром Панайотовым. И она так у меня и осталась, как-то в дуэтном варианте. Но сегодня я ее спою одна. Без никто. The lonely nights that it's all around us.
Спасибо. Сейчас очень хочется спеть с вами, наконец, сколько можно. Просто так находиться на концерте. Знаете что? В принципе, я думаю, что сегодня нам поделиться очень легко, и я думаю, даже на три группы, чтобы мы поделились. Я делаю вот так вот. Первая половина, которая, знаете, вот здесь вот туба висит, и вот за инструмент можно понять. Так, вот вместе с вами, это будет первая группа, вот передо мной, то есть, да? Вот вы на диванчиках, вы будете вторая группа. Это очень важно, чтобы вы спели. А, знаете, там есть тоже певцы. Везде свои люди, понимаете? И вот после вас, да, это начинается третья группа. Вы даже, Черквянь, ты даже не представляешь, что сейчас с тобой будет. Там Лена Черквянь и Лена Назарова. Это две мои потрясающие коллеги, партнерши по мюзиклу «Мама Мия». Итак. Значит, первая группа. Вот что. Хей-хей-хей. 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 А ты не? Хей-хей-хей. Хей-хей-хей. Никто не присоединяется. Спасибо большое, спасибо. С вами Майкл Найт. Я за вас спокойно. Это же мой друг. Рок-звезда. Российская. Не только российская, американская и вообще всемирная. Ну хорошо, ладно. Автор песен рокового направления. В общем, первый, хе-хе-хе, да? Надо будет... У вас самое простое, вам надо начать и так сказать, и продолжить. И в первую долю сегодня. Вот вторая группа, я вам чуть-чуть не завидую, потому что у вас самое главное – пауза. Смотрите, пожалуйста. Правильно же говорят, что самое главное в жизни – это пауза. Смотрите, не самое главное в жизни, господи, а музыка состоит... Ага, я себя стала хуже слышать, но, по-моему, я вас хорошо услышу. Давайте. Значит, у вас нота высокая. Но самое главное, значит, раз, харья-ха, харья, раз, харья-ха, харья, раз. Раз. Ага, понятно. Здесь Лена Майстер. Майстер своего дела. Моя подруга, потрясающая певица. И ученица моя еще одна. Так что там все нормально, я за вас спокойна. Значит, раз. Давайте еще репетируем. Три, четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Стоп, записано. Главное, что вы здесь записали, да? Лена Черквяни и же с ними. Группа Черквяни. Дорогие мои, это все, кто вот в баре, да, вот за этим столбом, в баре, и там, где я не вижу, да? Но, по-моему, вы меня видите, потому что у нас идет трансляция. Значит, у вас идет самая сложная партия – мелодия. Трикси. Та, я, та, я, та, я, вода, та, я, да! Не вижу энтузиазма в ваших глазах. Смотрите. Тая, тая, вода, тая, и русское слово одно «да». В принципе, легко. Попробуем. Раз, та. Правильно. Значит, раз, два, тая. Раз, два, три. И тая, 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 вода, тая, да. Раз, два, три. И тая, 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 да. Учитесь. Каждая группа сегодня демонстрирует завидный энтузиазм, так сказать, в исполнении. А? Танцевать? Сейчас. Танцевать. Пока вы удивите. Значит, давайте вспомним. Первый. Да, я. Да? Значит, первый. Хей-хей-хей. Раз, два, три. И. Хей-хей-хей. И продолжаем. Не останавливайтесь. Раз, два, три, четыре. Да, я, да, я, да, я, да, я, да, я, да.
огромное, большое человеческое. Я хочу, чтобы вы еще наградили гром аплодисментов человека, который сделал, русский не родной, заметный, да? Который сделал незабываемым этот вечер для нас на этой сцене и для вас в этом зале. Алексей Белов! И Андрей Ласкин. Андрюша, не знаю, где-то... Спасибо, ребята, вам огромное. Ух ты! Я прям должен эту песню последнюю. Вы еще не устали? Нет! По-моему, вы так хорошо отрепетировали что-то. Я сейчас спою одну очень красивую песню, которую Александр написал совсем недавно. Называется она «Встану я поутру». Чуть-чуть, давай, пожалуйста, холк мне сюда. Встану я поутру, воды напиться, вдоль бережка пройду, черпну водицы, а река глубока, сверху не видно дна, мой любимый, весточки не дано.
Кузнецов. Леонид Берзович. Давид Харичева. Спасибо большое, друзья. Очень-очень приятно, что вы сегодня с нами были. Вы заполнили этот зал своим теплом, своей энергией, своими аплодисментами. Спасибо огромное. До встречи 1 марта в Доме музыки. Спасибо. Александр, талантливейший человек. Спасибо вам, во-первых. Спасибо огромное. И... Да. И он написал песню, как он сказал, это коммерческая песня. Хотя я понимаю, что какая бы она ни была, она волнует меня. Она... Запало мне в душу так, что я не могу ее не спеть. Мосты развели над него, и сердце твое не со мной. Волшебные годы любви прошли. Не знаю, чья в этом вина, я больше тобой не пьяна. Вдали исчезают ушедшие дни. Осталась легкая усталость до последней капли. Все ушло внезапно, осталось и печаль, и радость, словно невидимка за ночной дымкой, я иду одна. Открыла наш старый альбом. Больше такими не стать опять. Развеялись все миражи, у каждого новая жизнь. Куда все ушло?
Спасибо.